Короче, слушайте сюда. Как только зайдем в банк, нужно сказать крутую фразу. Давайте скажем деньги на бочку. А в банке же нету бочек. Это образное выражение. Бочкой может быть стол, стул. Это что получается? Если стол – это бочка, то и банк не банк, и деньги не деньги, да? Я все нашел. За тобой они следили? Не, ну бывшая иногда заходит, лайки ставит. Имеем в виду, хвоста не было? А, не, хвоста не было. Где маски? Вот. Там только две было. Я белую возьму. А мне маску? Тебе не нужно, ты свою рожу видел? Эй, а мне маску? А ты постоянно меняй свое лицо. Вот так. Чтоб твое настоящее лицо никто не заметил. Че там по оружию? Ну, я только два нашел. А мне пистолет. Ты свою рожу видел? Тебя и так все боятся будут. Эй, а мне пистолет. Дай-ка сюда свою руку. На людей не наводи. Штука какая, а? Ты вообще когда-нибудь грабил? Однажды в детстве я захотел ограбить детский садик. И? Ну, меня накормили и уложили спать. Итак, раз все готово, запомните. На кассе сидит его теща. В нее стреляйте первой. Погнали. Пошли, придурок!